А мы продолжаем выпуск. Ассамблея народа Казахстана дала старт благотворительной акции «Караван милосердия», которая получила широкую популярность в регионах страны. Цепочку добрых дел подхватила и Ассамблея народа Казахстана Павлодарской области. Поддержать социально незащищенные слои общества – такова главная миссия акции. Она проходит под единым слоганом «Мейрамдалекпен бірлікке». В рамках благотворительной акции «Караван милосердия» представители Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области совместно с членами общественного объединения «Нурана Алема» и активистами молодежного движения области «Жангару Жолы» посетили дом мамы. Эта традиция уходит вглубь веков и берет начало с давних времен от наших предков. И вот сегодня в рамках акции «Сархыт» мы пришли к вам сюда, чтобы доказать словом и делом, что самая главная ценность любого государства – это человек. Для мам это, конечно, их дети. Отмечу, что главным инициатором акции «Сархыт» в нашей области является общественное объединение «Нурана Алеме». И направлена она главным образом на возрождение традиций народа Казахстана. После вручения подарочных пакетов «Сархыт» был проведен национальный обычай «Тусалкесу». Состоялась концертная программа. Отметим, что каждый месяц акция будет посвящена определенной тематике. Январь проходит под слоганом «Сархыт», февраль «Сабага», март «Шашу». Ринат Абдулкаюмов, Ертас Ахпарат.